Наша програма продовжує знайомити глядачів із різними техніками створення ляльок. Допомагають нам у цьому викладачі Миколаївської дитячої художньої школи. Сьогодні в центрі нашої уваги – авторська лялька. З історії відомо, що не завжди лялька була суто дитячою іграшкою. Навпаки, в давні часи це був неодмінний атрибут життя дорослих. Наші пращури вкладали в ці невеличкі вироби особливий сакральний зміст. Вона вважалася вмістилищем душі. На Україні кукли несли функцію оберігання від нещастя, від болезней, від бідності. Ці кукли ми зараз всі добре знаємо, вони називаються мотанки, або кукли із трави, які виконуються зараз професіональними художниками і майстерами. У середньовіччя та епоху відродження лялька набула нових функцій. Окрім релігійних обрядів, її стали використовувати в театральних дійствах, присвячених відтворенню євангельської історії. Так виникла театральна лялька. У 17 веці кукла стала моделлю. З допомогою кукол розпространялась мода в Європі. Із міста в міст, із країни в країну. Затем з'явилася механічна кукла. Часовщики изобретали танцующих кукол, кукол, играющих на музыкальных инструментах, еще какие-то сложные сюжеты. И это тоже было достоянием больше взрослых. Такие куклы могли приобрести только богатые вельможи, и вряд ли не давали их поиграть детям. А вот в 20 веке появилась еще одна разновидность куклы. Кукла, созданная художниками, кукла, которая стала произведением искусства. Это кукла авторская. Мы в школе тоже выполняем куклы, мы считаем их художественными работами. У творчій майстерні викладача і художника Олени Маркетан народилися десятки чудових ляльок. Кожна з них – яскравий художній образ, що передає емоції, почуття, світосприйняття автора. Однажды мне в руки попали ткани, сделанные из хлопчатобумажного материала, различных оттенков и различной толщины. И это навело меня на мысль сделать вот таких вот белых кукол с орнаментом, выполненным в технике набойки или набійки по-украински. Найчастіше авторська лялька створюється в одному екземплярі і є результатом тривалого кропіткого процесу. Для роботи зазвичай використовують такі матеріали. Пластик, що швидко застигає, пінопласт або фольга, ватин або синтепон чи поролон, нитки шерстяні, фарби. Але спочатку лялька виникає у вигляді ескізу. Тому не забудемо олівець і білий аркуш паперу. Перше, що рождается, это голова. То есть у куклы существует так же, как у человека, позвоночник, который мы выполняем, то есть каркас, который выполняется из металла. Вот. И первым появляется голова. Если в эскизе задается силуэт, то есть постановка фигуры и костюм в целом, который определяет силуэт фигуры, то в голове мы решаем уже образ будущей куклы. Вы, вот если вы посмотрите сюда, то они все очень разные, у каждой свое совершенно отличный друг от друга образ. Кто-то строгий, кто-то задумчивый, кто-то умудренный.
Это очень важно, чтобы вот ученик мог выразить что-то, свои чувства, какие-то знания свои. Внутрь головы всегда кладется для всех пластических материалов какой-то легкий, наполняется легким материалом. Вот в случае с самозастывающей пластикой мы используем пенопласт. Ну, я в своей работе и детей учу той же технике. Некоторые кладут, наматывают фольгу. Это дает легкость. Пластика наносится сверху уже готовой какой-то формы, так сказать, болванки, можно сказать. Да? Сначала она лепится, потом шлифуется, потом волосы клеятся. Из ней так, ну, здесь у нас предполагался натуральный материал. То есть это лен там или что-то бумажная нитка или шерстяная нитка. Условия вообще выполнения этой куклы старались сделать из натуральных материалов. Хлопок, шерсть. С того, как появилась голова, идет работа над созданием фигуры. Учитываются пропорции, появляются руки, ноги. И рождается уже фигурка, которая вот примерно так выглядит. С мягким телом, который создается или из мягкого материала, ватина, синтепона, можно поролона. Вот. Значит, потом появится подставочка, чтобы она могла стоять. Но может быть кукла и сидячая. Вот у этих куколок есть подставочки. Эти куклы стоячие, не стационарные, они всегда находятся в одном положении. Руки мы делали вообще из бумаги. То есть здесь скручены трубочки бумажные, которые собраны потом между собой клеем. И кто-то покрывал вот этой вот пластической массой, а кто-то просто покрыл гуашью и покрасил. І нарешті приємний і не менш відповідальний етап роботи – створення костюма для ляльки. Нагадаємо, ця колекція містить традиційні елементи національного жіночого вбрання. Я преклоняюсь вообще перед украинской народной культурой. И, конечно же, костюм – это наша гордость. Костюм, украинский костюм просто великолепен, разнообразен. Вот и мы попытались воссоздать старинную технику набойки, которая вот выполняется с помощью таких штампиков. Здесь вырезаны различные фигуры, полосочки, треугольники, круги, квадраты, из которых можно составить орнамент. Ну, поскольку это у нас коллекция, то цвет орнамента был выбран одинаковый. В соответствии он должен был гармонировать с белым цветом одежды. Вот, и все выполняли в красных, в различных оттенках красного цвета. Техника, конечно, очень трудоемкая, она много времени занимает. Ну, я думаю, что это было полезно, интересно детям приобщиться к этому. Мы пробуем разные. Вот мы делали деревянные куклы. Мы делали традиционные куклы из травы. Я пробую, экспериментирую. Делали из бумаги кукол. Кукла, сделанная учеником, рождает, в общем, такое отношение к себе с его стороны, со стороны автора. Совершенно особенное. Это совсем не то, что нарисована им картина. Они очень бережно относятся. Я хочу поделиться технологией изготовления, несложной технологией изготовления куклы, доступной вот для учеников старших классов. Для этой работы нам понадобится пенопласт плотностью 40 единиц. Это материал, который продается в строительном магазине. Полимерная глина Дарви Классик, самозасыхающая. Наждачная бумага, канцелярский нож, простой карандаш. Проволока, оцинкованная проволока 2 мм толщиной. Нитки натуральные, хлопчатобумажные или шерстяные, или джутовые. Итак, начнем. Значит, я заготовила вот такую болваночку. Носик приклеили. И начинаем эту болваночку округлять. То есть она имеет форму овала и небольшой участочек для шеи. Хочу сказать, что для чего нужен пенопласт. Если мы сделаем голову всю из вот этого материала, то она будет очень тяжелая. Поэтому в куклах всегда используется какой-то легкий материал в серединке, а уже потом полимерная глина.
Мы намечаем черты лица легонечко карандашиком. Дальше вырезаем ножом углубление. Делаем вырез рта. Теперь подбородок у нас имеет тоже впадину под нижней губой. Делаем эту впадину. Все остальные тонкости формы лица мы подкорректируем уже полимерной глиной. Мы пользуемся наждачной бумагой. Легкими движениями, без большого нажима, мы выравниваем и округляем то, что мы сделали. Создание головы – очень важный этап в создании куклы. Когда появляется голова, появляется ее характер. Теперь мы берем полимерную глину, отщипывая небольшие кусочки, мы наносим тонким слоем на нашу поверхность. Смачиваем палец, чтобы разглаживать ее. После окончания вот этой стадии требуется время для высыхания этой формы. Сохнуть она будет сутки. Конечный результат. Эта часть. Форма туловища условная. Мы подошли к этапу уже оформления костюма. В принципе, силуэт костюма здесь уже ясен. Нужно доработать отдельные детали. Как вы заметили, все детали костюма из белой ткани. Во-первых, ткани мы сознательно выбираем только натуральные. Хлопчатобумажные или конопляные, да, или шерстяные, вот как я говорила. То есть, что возвращает нас к теме народного костюма. Тут надо будет доделать ручки, это тоже непростая вещь, но требует отдельного времени. Я поделилась некоторыми секретами создания куклы. Если вы немножко ребенок в душе и любите прекрасное, можете попробовать сделать свою куклу. Желаю успеха!